Показывал я iPhone 11 на 64 гигабайта, точнее его комплект, оригинальный кабель Lightning, оригинальное зарядное устройство, поставлялся еще в толстых упаковках, как видно на видео. Также вместе с телефоном идет черно-красный чехол под цвет самого телефона. Показываю информацию с TrueTools. Гарантия на телефоне стекла. Состояние батареи 88%. По данным TrueTools вмененных запчастей нету. iPhone полностью оригинальный. RSTEC-ный. Состояние нового, купленный в магазине у официального ритейлера на 128 гигабайт. Пришло время показать сам телефон. Второй не касс. Пароль 7.1. Телефон в очень хорошем состоянии. Имеются совсем незначительные потертости. Также в самом телефоне покажу состояние аккумулятора. Данные разнятся на 1% вместе с программой. TrueTone в телефоне работает. Face ID также проверялся. Face ID работает. Сим-карты ловит. Связь, динамики, все хорошо работает. В целом, я думаю, на этом обзор заканчивать можно.